Рынок – одно из самых посещаемых мест в городе. Среди огромного потока людей вероятность заразиться гриппом весьма высока. Поэтому руководством центрального рынка было принято решение защитить коллектив от опасного вируса. Центральный рынок ежегодно проводит вакцинацию своих работников. Это сделано для того, потому что центральный рынок все-таки социально значимый объект, который посещает большое количество людей. Причем это посещение круглогодичное. Соответственно, здесь большая вероятность вирусных заболеваний. Поэтому мы ежегодно проводим такую вакцинацию, так как наш работодатель заботится о здоровье своих сотрудников. Ставить прививку или нет, над этим вопросом сотрудники рынка даже не задумывались. Каждый из них знает о последствиях, которыми так страшен вирус гриппа, поэтому явка стопроцентная. Прививаюсь каждый год, но, как обычно, зимой постоянно у нас всякие простудные заболевания, а прививка помогает, наверное, ну вот и прививаюсь. Уже в течение 5 лет я прививаюсь. Я благодарна нашей администрации рынка, что они вот нам предоставляют такую возможность, чтобы мы не болели, переживая за наше здоровье. Большое им спасибо. По словам медиков, вакцинация в этом году проходит успешно. Жители города оценили реальную помощь вакцины. И цифры говорят сами за себя. Уже привиты почти 70 тысяч анапчан. Мы ежегодно прививаем население против гриппа. Сегодня мы проводили вакцинацию центрального рынка города Анапа. Явка была очень хорошая. По списку почти все пришли. Были единственные медотводы. Надеемся, что наши жители Анапы не будут болеть, не будут осложнения гриппа после вакцинации. Всего планируется поставить порядка 90 тысяч прививок. Большую часть запланированных мероприятий медики уже выполнили. Прививочная кампания продлится до начала ноября. Все, кто еще не защитился от гриппа, могут это сделать совершенно бесплатно, обратившись в городскую поликлинику.